Она... блин, ну чё такое? Да блин, а то что ты выстрел-то не... Он просто не выстрелил, блин. Я на фрейм, наверное, раньше нажал, я не знаю, блин. Мог бы топ-пейс опять быть. Ну не как топ. Первый... Да, я уже на первом где-то потерял там. Да, я там прыгнул рано. Но второй был бы топовый. Второй уровень и так топовый был. Был бы топ-босс тоже там... Могла бы еще на боссе быть голда, наверное. Начало было как надо. Блин, опять сколько я потерял, получается? Три секунды точно. Теперь нужен топовый третий. Четверки тоже топовые. И опять приду с минус 3 секунды в итоге. По отдельности уровни вроде не особо сложные все первые. Но все вместе в одном ране, чтобы все получилось. Блин. Ну да, хороший четвертый, и можно считать, что пейс пойдет. Я не знаю, я не на саб 20-30, конечно, иду, но хотелось бы сделать на практис ран получше, чем на нормале эксперте, потому что там у меня раны со смертями. То есть я хочу хотя бы один ран без смертей в джанглбуке сделать. А то что это за бред какой-то? Так что
Хотелось бы, чтобы хотя бы практис был получше в этом кладе. Может быть, саб 2040. Да офигеть, он тот же. Это, кстати, хороший паттерн. Но офигеть, я дамага получал. Только на практисе можно выжить в такой ситуации. Перелетел. Чуть-чуть. Ладно. Не знаю, сколько тут теряется, наверное, секунда, может, чуть больше. Айлин. Ну, это еще получше, чем в тот раз. Это, в принципе, один цикл от топового босса, это, в принципе, нормально. В принципе, пойдет. И, ну, пейс все равно не очень, конечно. Так я стал вроде получше доходить до 5 уровня, хотя все еще не так часто, как хотелось бы, но все-таки я считаю, что действительно начало игры это самое сложное, поэтому доходить до 5 уровня даже с таким бейсом это не так уж плохо, хотя, конечно... Но если бы я умел вообще стабильно бы проходить первый уровень, топ-пейсом, то я бы уже, конечно, давно бы какой-нибудь саб 20-30 бы сделал. Ну, здесь можем включать маску, действительно. Пофиг-то дамаг. Ай, рано зацепился. Ладно, и, блин, так бы был топовый пятый, возможно. Хотя как топовый, я там дамаг лишний вначале получил. Там сложное место. Хороший пятый, на самом деле. Пятый в целом-то он довольно неприятный уровень в некоторых местах, поэтому... Вот этот прыжок с Лианой — это одно из самых тоже таких сложных мест для меня.
Минус 15. Ну да, примерно такой же пейс, как и в тот раз. Был. Но там шестой босс не дал, так что, может быть, получится получше после босса, значит. Так, я еще вот в этом месте заруинил в прошлый раз. Ну не заруинил, но втирал тут немного. Блин, опять втирал. Ладно, ну в этот раз я, по-моему... Да, я тут упал вообще и потерял несколько секунд. А тут... Сейчас хотя бы получше. Но я чуть-чуть рано прыгнул, да, и поэтому не получилось дикобраза это перепрыгнуть. Вот, убежал, вот это. Так, три цикла, да, все же. Ну, тоже плохой босс. Три цикла, далеко ушел. Ну, вторая стадия, кстати, вот вторая стадия норм, потому что... Окей. Вторая стадия хорошая. Харила игры на время. Что значит Харила? Я никогда тоже не любил игры на время. Я никогда не любил, когда в играх есть какое-то ограничение по времени или типа того. Бесило, да. Меня тоже всегда бесило. Привет, Пикачу. Фидель, привет. Мне тоже никогда это не нравилось. А потом я стал спидранером. Ну, так бывает. То есть, мне кажется, это не связанные вещи. Когда тебя заставляет игра проходить за какое-то ограниченное время. И когда ты сам себе ставишь такую цель и что-то придумываешь, это... Это разные вещи. Окей. У меня маски так дофига. Я там засейвил. Так, сейвово иду. Не знаю, как тут без приостановки идти нормально. Но... Я бумеранг не взял, блин, ладно. Потеряю немного на боссе следующем. Прям, блин, рядом стоял и как-то умудрился... чуть не взять. Ну, а возвращаться, конечно, уже слишком медленно тут. Если не взял, то все уже. У меня осталось, кстати, сколько там бумерангов с босса, там 4, что ли, или что-то такое. То есть мне как раз я их все выкину, и дальше буду уже камнями бить. Но камней... Камней это должно хватить, по идее, то есть... А если камней не хватит, то это будет слишком медленно. Вот, камни не намного хуже бумерангов. Но бананы, это, конечно, да. Такое себе. Тут все-таки быстрее взять бумеранги, потратить на это пусть даже там секунду. Но потом на боссе засейвить... Слушай, немного сейвится, но... Сейвово надо идти. Мне кажется, я с каждым разом этот уровень сейвове прохожу. До него дохожу. Тут все больше и больше опыта какой-то руины.
Я когда поначалу играл, я такой, а, легкий уровень, сейчас прям прыгаю тут. В итоге падал и набился шишек, короче. Я не буду тут. Пешочком, вот здесь пешочком, аккуратно. Потеряю там пару секунд. Так, вот здесь стратья. Чё, блин, куда я там сиганул куда-то? Зато я уже так не напрягаюсь на этом уровне. Потому что знаю, что, в принципе, если его проходить так сейвово, он не опасен. Я помню первый пару раз, когда я до него в ране доходил, я так тут нервничал вообще. Пять бумерангов. 30 камней. Ну, нормально. Как раз два камня осталось. А, теперь вопрос, хватит ли мне камней на последнего босса? Ну, по идее, должно хватить, потому что их... Вроде бы тут их довольно много лежит на 9-10. Как раз... Потому что обычно они еще остаются. Вот, но сейчас... Ну да, видно, я потерял на боссе пару секунд. Вот здесь камни лежат с самого начала, и дальше еще будут. Блин, я не взял здесь камни. Блин, я идиот. Руина, блин. Вообще эти камни брать не обязательно, но сейчас желательно их здесь было взять, потому что... Потому что не порвал, то иду, блин. Вот еще камни, блин, сейчас жизнь еще кончится. Че я делаю? Блин, ну как можешь так руинить, блин, а? Сколько я там всрал, блин, я там вечность всрал просто. Сейчас будет очередной говёный саб-21. Без смехтей, надеюсь, но... Это... Я там просрал практически столько же, сколько и на смехте в начале 8-го на нормале, так что разницы особо нет. Нормального рана все никак не получается сделать. Блин, да прыгай ты. Сейчас еще кристалл не... Нет, кристалл заспавнился. Жизни нет, блин. Ладно, тут лечилка. Поэтому, в принципе, пофиг. Я вначале вообще забиваю на этот огонь, тем более на практис. Если я специально усложнил задачу, потому что я думаю... Блин, слишком на практис будет легко этот уровень идти, слишком много жизни, надо себе потратить вначале. Чтобы посложнее было, чтобы как на эксперте. Так, еще один дамаг можем получить. Гипноколог, спасибо за рейд. Okay.
Блин, не... Там 21 где-то вообще. Вот нет. Или да. Саб 21, ну блин. Я еще и на боссе тут потерял пару секунд, наверное. И это худшее время. Это единственный ранг для смертей, и это худшее время. Че не так с этим практисом? Я, короче, буду, наверное, эксперт ранить дальше или нормал, если буду. Спасибо за GG. Редрип на колор. Нет, бейс я сам заруинил на девятом. Десятый был неплохой, кстати. С небольшими ошибками, но неплохой. Вот на девятом руина, на каком еще? Ну да, это из-за, в основном же, из-за шестого босса все-таки плохого. То есть шестой босс тут... мало того, что он на практике в целом медленнее, чем в других режимах проходится, так он мне еще и опять же не дал